Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что нас сегодня ждет? Конечно, вы наверняка уже догадались. Нас ожидает очередная сказочная история. Ее герои – простой крестьянин и жадный купец. А называется она «Ах и ох». Я уверен, вам эта сказка обязательно понравится. Слушайте. Жил да был в одном селе крестьянин. Как-то раз шел он по дороге, ведущей из города, и встретил своего земляка. Тот медленно брел, понурив голову, и утирал слезы. «Здравствуй, сосед! Что с тобой? Почему ты такой грустный?» «Да как мне не грустить? Нанялся я работать к одному богатому купцу в город. Всех своих батраков он держит до тех пор, пока те не начинают требовать заработанные деньги. Трудился я у этого купца 3 месяца, честно и усердно. А когда пришла пора расплачиваться за работу, хозяин велел мне поймать и наказать ветер. Видите ли, этот негодяй сбил все яблоки у него в саду. А как я ветер-то поймаю? Вот купец и прогнал меня, не заплатив ни копейки». Посочувствовал крестьянин своему земляку и решил проучить скрягу. Отправился в город, пришел к купцу и говорит: «Слыхал я, что тебе в хозяйстве батрак нужен. Готов я к тебе на работу наняться». «Я согласен. Только уговор. Плату я раньше, чем через 3 месяца, выдать не смогу». «Что ж, и ладно». Так они и договорились. Работал крестьянин эти 3 месяца не за страх, а за совесть. А когда срок к концу стал подходить, явился к хозяину за деньгами. «Ну, так и быть. Сегодня я с тобой расплачусь. Но есть у меня последнее поручение. Выполнишь задачу — заплачу тебе сполна. А не выполнишь — прогоню в зашей и денег не дам». Смекалистый крестьянин кивнул. Он давно уже ожидал этого приказания. А купец продолжал: «Вот тебе мешок. Пойди-ка на рынок и принеси мне ах и ох. Доставь их сюда, и деньги твои. Видишь, как все просто». Крестьянин поклонился и вышел. А купец, довольный своей выдумкой, ухмыльнулся в усы. «Вот уже 5-го работника я обвел вокруг пальца. Да чего ж глупые эти невежественные крестьяне!» А батрак тем временем держал путь вовсе не на рынок. Отправился он к реке. Нашел там небольшой, но увесистый камень и засунул в мешок. И, весело насвистывая, зашагал к дому купца. Купец встретил крестьянина у дверей, потирая руки и хихикая. «Ну что, принес ты то, что я просил?» «А как же? Вот ах и ох в этом мешке!» Сказал так крестьянин и поставил мешок на землю. Купец осторожно подошел к мешку и попробовал его поднять. «Ох, тяжелый-то какой!» Тут мешок порвался, и камень упал купцу прямо на ногу. «Ах, больно-то как!» Вот тебе и ох, и ах. Тут уж волей-неволей пришлось купцу отсчитать крестьянину его жалование. И больше купец никогда батраков не обманывал. Вот такая сказка, дорогие друзья. Хотел богач, как говорится, сэкономить, а не получилось. Смекалистый крестьянин вывел его на чистую воду. Теперь купец знает, что богатство, полученное обманом, недолговечно. Мы тоже будем об этом помнить. Правда, друзья? А сейчас я желаю вам всего самого-самого доброго. Ангела вам хранителя.